По словам студентки колледжа Анастасии Балашовой, ее любовь к растениям – это интерес художника к пластике цветка. Девушка учится на ландшафтного дизайнера и мечтает о победе в национальном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Настя говорит, интерес к растениям ей привела мама, которая хорошо в них разбирается и часто возила дочку на дачу. За спиной у Насти победа в областном конкурсе, который протекал в напряженной атмосфере. Конкуренты шли в ногу. Финал национального чемпионата стал не менее волнительным. Виной всему пандемии и, как следствие, режим онлайн. Это было нервно, потому что ты стоишь под камерами, и тут нету живых... Я не могу разговаривать со своими экспертами, которые мне могут что-то подсказать. Ну, в плане того, что мне можно сейчас сделать, допустим, вот модуль закончился, я дала фотографировать композицию, и я не знаю, мне можно начать убираться или еще нельзя. Я вот сижу и думаю, можно, нельзя. Камеры мне не скажут, эксперты мне тоже не скажут. Флорист должен уметь работать с хрупким материалом. Кроме того, цветы имеют ограниченный срок хранения, а клиенты, которым предстоит свадьба или юбилей, нередко нервничают. В такой ситуации флористу нужно сохранять хладнокровие. Все как на конкурсе в этом году. Педагоги студентов поддерживают, говорят, в прошлом году, когда жюри находилось в одной комнате с конкурсантами, было проще. Было живое общение, не было такого волнительного напряжения, то, что участники после исполнения модуля, они могли обсудить свои эмоции, поделиться друг с другом, понравилось, получилось, не получилось, и после выполнения задания они видели работы других участников. 2019 год по инициативе губернатора Дмитрия Азарова был объявлен годом среднего профессионального образования. В двух колледжах региона были оборудованы 10 мастерских. Тогда же на базе технологического колледжа имени Кузнецова и был открыт специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills. А в прошлом году запущена новая компетенция «Флористика», в которой конкурсантка впервые вышла в финал. Мы старались, мы готовили наши преподаватели, наши мастера производственного обучения. Как показывает результат, достойно сработали. Ну и результат, победа. Ну, то есть первое место в конкурсе «Флористика» на региональном этапе и третье место в конкурсе «Ландшафтный дизайн» на региональном этапе. Федеральный проект «Молодые профессионалы» – это часть нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стратегия лидерства региона в сильных специалистах с хорошим уровнем подготовки. Виктория Шаре, «События».